Добро пожаловать на медитацию утреннего пробуждения. Мы все встаем в разное время, но у каждого из нас есть такая возможность просто проснуться. Давайте вместе попробуем окунуться в чистейшие потоки энергии, которые копились в вашем теле целую ночь. Сегодня вам не нужно закрывать глаза, если нет такой необходимости. Более того, вы можете куда-то идти, будь то на работу, или делать домашние дела, ехать в транспорте. Меня зовут Анжелика, и мой голос будет пробуждать в вас чувство одухотворения, благости и доброты к окружающему миру. Я рекомендую выпить стакан чистой, отстоянной воды, заряженной положительной энергией, и начать пробуждение вместе со мной. Взгляните на свет. Это не простой свет, он божественный и прекрасный. Этим светом можно озарить целый мир, в том числе и вас. Вы маленькая, но значимая частичка в этом самом мире. Вы заслуживаете прикосновения солнечного света. Неважно, пасмурно сейчас или ясно, утром всегда светит солнце. Вы благодарны Богу за то, что из всех миллиардов людей вы проснулись, открыли глаза, поднялись с постели, почувствовали и увидели небесный солнечный свет. Поблагодарите за это. Поприветствуйте Бога, солнце и новый день. Улыбнитесь всему, что вас окружает. Подарите улыбку и тепло самому себе, близким, мужу, детям, тем, кто с вами рядом и далеко от вас. Прислушайтесь к тонкому аромату свежего утра. Запомните этот запах. Приготовьтесь к тому, что сегодняшний день будет самым счастливым, и он принесет вам много новых открытий, возможностей, новых связей, добрых и приятных знакомств. У вас еще очень много дел впереди, но вы все успеете. Нет причин для беспокойства. Все, что вы требуете от себя,
обязательно произойдет. Или вы посчитаете это ненужным, отчего станете еще более счастливыми. Осознайте новое утро, новый день. Посмотрите вокруг и создайте целую картину, которая придаст вам новых сил, радости, ощущений. Почувствуйте поверхность под собой. Осознайте свое тело и разум. Пробудите каждую клеточку организма. Ваша кожа, словно шелк, обтягивает все, что находится внутри вас. Слейтесь воедино с пространством. Откройте заслонку в макушке головы и впустите утренний солнечный луч. И наполните себя этим светом, начиная с кончиков пальцев ваших конечностей. Заполняйте каждую нервную клетку, каждую артерию и мышцу, соединяя свет в солнечном сплетении. Вы светитесь так ярко, будто от вас исходят лучи и заполняют все пространство вокруг. Наполните себя, как пустую чашу, из которой хочется испить. Защитите себя от ненависти, гнева, страха перед новым днем. Представьте вокруг себя огромный стеклянный купол. Попробуйте вообразить энергетическую силу, как что-то материальное, что окутывает этот купол. Она настолько сильна и могущественна, что ни один отрицательный заряд не пройдет сквозь толстый мембранный слой, защищенный духовным светом. Все негативное вы сможете превратить любовь. Помните, сегодня вы наполнены светом, истинной любовью, и вы под защитой небесных сил. Ваш день будет успешным и счастливым. Скорее пробуждайте свой разум и тело, чтобы насладиться новыми достижениями, новыми делами и свершениями. Поблагодарите Бога, Вселенную, высшие силы за то, что вы просто есть, за то,
что вы проснулись сегодня. Доброго вам дня и отличного настроения на целый день.